Катя Шихурина, пожалуй, самый обожаемый местной модной публикой и одновременно один из самых коммерчески успешных дизайнеров Латвии. К своей профессии шла осознанно. Родителям огромное спасибо за то, что они меня поддержали. И, в общем, я к этому довольно долго шла, потому что вначале я проучилась в Латвии год, и потом еще во Франции 3 года, чтобы прийти к какому-то определенному уровню и начать свой бренд. Катя начала свой путь в мире моды в 2007 году с дебюта на Riga Fashion Week. Публику поразил ее нестандартный и смелый подход как к коллекции, так и к самому шоу. В показе участвовали девушки с необычной для моделей внешностью. Ну, первый показ, он, наверное, был такой еще слишком смелый, да, поскольку как бы молодой дизайнер, страхов нет. Какого-то такого еще в целом понимания, в общем-то, наверное, тоже. И оборачиваясь, ну вот, сегодняшнего дня назад, это было, наверное, слишком смело, поэтому, может быть, как бы и говорили. На первом показе Катя демонстрировала больше свой талант, свою уникальность. Тогда она не концентрировалась на том, чтобы продать свой продукт, но бизнес построила быстро. После этого начали в Риге именно появляться какие-то клиенты, потом мы поехали в Париж на выставку, нашли интернациональных клиентов, ну и все, шаг за шагом это дальше выстраивается в определенную линию. В 2011 году мы открыли магазин в Лондоне. Это был наш, наверное, такой, ну, наверное, самый большой шаг к тому, что есть сейчас, который до сих пор успешно работает. Кроме Англии, Катя представлена в Италии, Голландии, Австрии, Ирландии. Катя прорвалась не только на Запад, но и на Восток. Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Япония, Китай. Там ее продукция представлена в мультибрендовых магазинах. Китайский, азиатский рынок, ну, это такой совсем другой рынок. У них какое-то, ну, наверное, одно из самых смелых видений фэшена на сегодняшний день. Я думаю, что они, наверное, слишком долгое время были в какой-то своей резервации, изоляции. И сейчас им очень нравится все, что как бы европейское, такое другое. И вообще это желание выделяться среди толпы, наверное, это, ну, один из таких рынков, которые на сегодняшний день хотят чего-то особенного. Катя откровенно ориентируется на своего клиента. У каждой модели одежды есть 3 экземпляра. Мы стараемся, так сказать, угодить всем, наверное, неверное выражение, но как бы быть гибкими и адаптироваться к определенным нуждам рынка. Платье может быть в 3 экземплярах? Да, каждая модель может быть в 3 разных экземплярах. Соответственно, 3 цены на мини немножко меньше, миди дороже, и длинное – это самый дорогой вариант. Катя работает только с французским кружевом. По ее словам, сама ткань уже подсказывает, что из нее получится. Кружево, оно как бы подсказывает на самом деле, что из него должно быть сделано, потому что платье и тот рисунок, как кружево ложится на него, это уже как бы тебе подсказывают и форму, и как бы, ну и цвет, соответственно, тоже. Ну, то есть это все взаимосвязано. Меня очень женщины вдохновляют в разных странах. Ну, когда ты видишь, как они одеваются, и вот этот дух современные женщины, мне очень интересно. Катя покоряет мир, но не забывает о родной земле. Сейчас открывается новая студия, и рижские клиенты 2 раза в неделю смогут приходить в ее шоу-рум. Девушка от Кати Шихуриной? Да. Ну, это девушка, которая работает. Ну, как бы для меня этот человек, он ведет очень активный образ жизни. И для нее важно чувствовать себя очень комфортно, что мы как бы стараемся сделать в наших вечерних и свадебных платьях, что как бы особенно важно. Это девушка, которая хочет отличаться, которая как бы, ну, четко понимает, чего она хочет. Денис Денисов, Игорь Никитенков. Наша модная тема.